Друзья, всем добра и позитива, с вами Владимир Волошин, и сегодня мы рассмотрим семейное путешествие по Европе. Мы проедем несколько столиц Европы, самые злачные места. Путешествие рассчитано на детские эмоции, это низкобюджетное путешествие. Пожалуй, самое дешевое путешествие, которое только себе можете позволить. Мы посетим Париж, Бельгию, Амстердам, Брюгге, Монс и парочку секретных мест. Разумеется, цель нашего путешествия, чтобы наши детки своими глазами видели Европу, а не по телевизору, чтобы пропаганда на них практически никак не влияла. Посетим парки аттракционов, зоопарки и самые-самые топовые места. Для чего делают взрослые? Конечно же, отдохнуть от суеты. Для чего мы берем своих детей в дорогу? Чтобы они видели ту прекрасную Европу, после посещения которой бесполезна любая пропаганда. Низкобюджетные путешествия с Владимиром Волошиным. Итак, поехали!